рубрика «Ах!» Ах, да простит меня рубрика «Мода», дорогие друзья. Да простит меня прекрасная рубрика «Мода», но я показываю, наши телезрители думают, что я рублю только. Посмотрите, взгляните, вы видели? Вы где-нибудь видели, чтобы такая секира отстегивала, отбивала целые куски? Ну что еще вам показать? А теперь смотрите, что я делаю. Я вот это выбрасываю, это мне не надо, и беру апельсин. Оля, подходи. Оля боится. Смотрите, что я делаю. Я специально демонстрировал вам. Вы думали, они затупились. А теперь, внимание, смотрите, что я вам показываю. Вы видели, какие тонкие кусочки? И этим великолепной сталью, этим великолепной заточкой каждый нож обладает. Смотрите, что я вам показываю. Не верят, смотри, ну вот, давай быть вот так вот. Не знаю, покажу. Слушай, итак. А ты знаешь что? Ты видел вообще, какой у тебя срез аккуратный получился? Я в шоке, друзья. Я вообще не планировала на это обращать внимание, но это просто поразительно. Прям ровненько срезал. Олечка, давай я отойду, чтобы было видно. Дорогие телезрители, вы думаете, получаете один топор? Стоп! Минуточку внимания. Что вы получите? Давайте на чистом покажу. Вы получаете прекрасный топор, который идет в комплекте. Раз. Нож 20 сантиметров. Мой любимый шеф в поварской, дорогие телезрители, самый мой любимый, я обожаю его работать. Нож для разделки больших корнеплодов, для разделки рыбы в комплекте. О, вот этот я люблю. Вот это обыкновенный коренной нож и 10 сантиметров. А теперь взгляните сюда. Вот эта подставка, которая абсолютно регулируется по вашим плоскостям, как вы хотите, это все здесь. Слушай, Олег, действительно, ты знаешь, я задумываюсь вот о чем. Ножи, это самое необходимое под рукой. Конечно же. Как хочется, чтобы они всегда были под рукой, а не в полках где-то валялись. Вот эти эстетически красивые ножи будут у вас стоять на полочке, стоять на столешнице, и вы будете аккуратно ими пользоваться. Представьте, сколько вы пространства экономите, и сколько вы красоты, изящества добавляете своему интерьеру. Олечка, я хотел рассказать, из чего состоят наши ножи и что за сталь. Дорогие телезрители, минуточку внимания. Взгляните, пожалуйста, на толщину. Взгляните, вот оно профессиональное качество на вашей кухне. Во-первых, сталь из нержавеющей стали. Стали с нержавеющей стали, какая каламбур хорошая. Сталь нержавеющая идет по всей длине. То есть, смотрите. Что это Оль, значит? Ты видела, когда некоторые производители вуалируют? Допустим, ручку делают. Закрытая ручка? Да, и не видно до половины. А теперь следите за моим пальцем, смотрите. У меня красивый маникюр, следим. Пожалуйста, смотрите. По всей длине. Кроме этого, это настоящий текстолит. Прочность его... Да, это из... Текстолит используют в авиастроении. Крепкая ручка. Кроме того, смотрите, она проклепана. А это? Это значит, что она никогда не развалится и не отвалится. Кроме того, она герметична, то есть сюда никакие бактерии не попадают. И вы получаете не один нож, а в комплекте 5 ножей. Качество, дорогие друзья, я вот не знаю, что вам сказать. Я гарантирую вам качество этой. Гарантирую. Не знаю, какое вам нужно еще доказательство. Олег, ведь согласись, это премиум класса действительно ножи. Причем впервые, друзья, у нас в эфире именно настолько высокого класса ножи. Это уже элитные. Если вдруг вы решите посмотреть, сколько... Не, знаете, не посмотреть, а найти ножи дешевле. Не хочется, конечно, вас расстраивать, но вы не найдете. Посмотрите, сколько стоят ножи премиум класса. Совершенно верно. Я тебе более скажу. Ты знаешь, у меня мой профессиональный нож. Если б я покупал его несколько лет назад, дорогие друзья, у меня один нож стоит $80. Я не знал, что такой великолепный канал появляется, телеканал как Шоппен-шоу. Причем, друзья, когда рядом с вами эксперт, вот я вам серьезно скажу от себя, это так здорово. У нас все подходят коллегу советоваться, и я вам хочу сказать, что именно ножи «Легенда самурая» самый покупаемый товар именно среди сотрудников нашего телемагазина. Вот смотрите, я буду сейчас частями делать. Смотрите, сейчас я делаю, разрезаю. Раз, 20 сантиметров. Смотрите, я меняю, беру другой нож. Демонстрирую, он точно так же идет.
идеально нарезает. Беру, кладу 12 сантиметров. Смотри, универсальный, легко. Слушай, ты сказал, значит, материал мы смотрим, да, вот как даже элитные, а ты знаешь, не элитные. Нет, так это видно по качеству. Ты знаешь, что я перед этим трачу несколько часов, чтобы тестировать. Забираю это домой, сравниваю своими ножами. Ты представляешь, ножи у меня дорогие. Я не локти вижу никакой. Ты знаешь, локти кусаю. Я ж не знал, что появится телеканал Shop and Show, дорогие итак, друзья. Итак, друзья, 1390 рублей. Итак, совершенно верно. Еще раз напоминаю, подставка входит в комплекте. Это 5 необходимых ножей. Выбрасываем разношерстные, выбрасываем ваши непонятные ножи. Кстати, грех, у меня тоже на даче есть старые ножи. Я их выбросил и привез вот этот набор и тестировал его на даче. Друзья, если вы еще не совершали покупок с телемагазином Shop and Show, я рекомендую начать с этих ножей.